Цирк приехал. Это событие всегда связано с ярким зрелищем, радостью и смехом. А еще с незабываемым праздником детства. Юных рыбничан и взрослых в канун рождественских праздников порадовали артисты цирка «Парадиз». Для мальчишек и девчонок, а также их родителей были представлены юмористические номера, сказочные герои, а также выступления животных – собачки Бизи, обезьянки и голубей. Публика действительно в Рыбнице вообще супер, она такая более поддающаяся, видимо, остались еще задатки тех времен, когда люди действительно ходили на какой-то концерт с радостью, празднично. Это наш любимый город, мы здесь всегда, мы как дома здесь, не знаю почему. Очень весело и добродушно, и весело, приятно находиться вот здесь. Даже работники Дома культуры нас встречают тоже с радостью. Специально для рыбницких ребятишек программа выступления была обновлена. Мы добавили элементы новогодние, Дед Мороз у нас вел все представление, Баба-Яга у нас приняла свое участие, и как новогоднее представление волшебство, она превратилась из Бабы-Ёжки в прекрасную девушку. Что у нас еще было? У нас волшебник фокусы показывал, мы фокусы Снегурочка обычно. Была. Снегурочка с голубями выступала. Но мы как бы добавили в нашу цирковую программу элементы новогодние. Цирк пришелся по душе как маленьким зрителям, так и взрослым. Интересно, клоун, он очень смешной был. Интересно, девушка с голубями. Мне понравился клоун и девочка, которая ходила по ножикам. Большое спасибо администрации Дома культуры, управлению культуры за такой праздник, который сегодня состоялся. Очень смешно, очень весело. Ребенок наш веселился. Представление очень хорошее. Спасибо большое. Цирк «Парадиз» был основан в 1990 году. Сегодня радуют, удивляют и смешат зрителей 7 циркачей «Парадиза». Наш город не так часто посещают подобные коллективы с концертными программами. И даже такое небольшое событие стало отличным поводом для радости рыбницких ребятишек.